Всем привет! Привет, ребята, я на улице. У нас сегодня просто какой-то ужас. Короче, вчера было очень тепло, а сегодня утром все подморозило. И вот это все на земле, это наст. Я когда вышла в Василису ночью, вечер, ну, как утро, так очень темно было. Я повела ее в сад, я вышла, еще горело ночное освещение. И вы не поверите, все это блестит. В общем, мы кое-как добрались до этого садика. Ужасно, конечно. Ничего не посыпано у нас, тут вообще даже песка нет никакого. Кошмар. Я вот еле иду, я сейчас иду за заказом из Ашана, и не поверите, я иду, наверное, со скоростью 1 километр в 3 часа, потому что я еле-еле иду, у меня ноги разъезжаются. Кошмар. О, тепленькую нашла. Хоть отдохнуть. Приехал в детский мир. Сейчас заберем заказ. Там колготки белые по 99 рублей, если что. Новогодняя ярмарка. Интересно, что там. Новогодние ярмарки, Барби красивые. Это что такое? Кто-то разодрал уже. Какая-то ерунда за 1600. За 1600. Итак, ребята, я пришла из детского мира, забрала заказ. Колготки Футурина по 99 рублей сейчас на сайте в Кибердни. 134-140. И взяла кучу тетрадей. Василис, не обязательно рвать пакеты. Тетрадки по 90 копеек. Но сайт пропускает только 30 штук. Одного вида. Поэтому я сделала два заказа. По трое колготок и тетради. Белые и зеленые. Да, потому что одни тетради у нас, смотри, какие, Василис, в линеечку для русского языка, да, в школу. А и другие клеточку. Тетради в клеточку для математики. Василис сейчас их будет складывать в свою коробочку для школы. Они вот такой подарок мне подарили. Какого-то лизуна ей. Давай я вам покажу. Давай. Так, открывай. Вся. Не открывается. Что? Я открою. Такой ёжик. Ужас какой-то. Ёжик-ёжик, ни головы, ни ножек. В общем, Футурина мне нравится. Колготки хорошее качество. У нас сейчас такие же, мы в них уже ходим несколько лет. Блёсточка. Постоянно. И они хорошо стираются, и они как бы такие нормальные. Это вот 134-140, я думаю, что будет ей хорошо. 7 штук взяла. Думаю, что хватит. Да, Василисенька? Хватит нам 7 колготочек? Ну, отлично. Василиса вот такая сокровищница тут. Все для школы. Она сюда собирает, сама складывает. Вот такие ластики, смотрите. Ластики, да, вот такие фикс-прайс покупали. Все, что нужно в школу, мы сюда складываем. И вот это нам школа. И кнопочки, и вот эти веера. В общем, я сейчас хочу померить, как обложки из этого, из ленты. Каково они качество. Какого, я думаю, что не очень хорошего, но надеюсь, что нормального. Сейчас посмотрим. И я еще забрала заказ из Ашана и Икеи. И, конечно, подробнее покажу завтра. Это сниму видик. А нам приехал пряничный домик. На Новый год. Ура! А может я его сделаю? Не, ну попозже, к Новому году. Я взяла сам домик, взяла декор. В прошлом году я что-то не догадалась его взять. Мы все делали клеем. И вот у нас клей. То есть мы его склеим, потом украсим. Лика, это вкусный клей. Это вкусный клей, сладкий. Бекинг клю. Так. Станет в горке. А, вот еще у вас есть голубые ноженки. Какие же я выбираю? Красные и голубенькие. Ну все, уже Новый год, я возьму уже голубые. Хорошо, ладно, я тебе отдам. И красные на память. Ладно, не надо складывать пока, дочь. Я пока на память. Вот эту красную я на эту голубую оставлю себе на память. Хорошо. Ладно. Василиса зовет меня играть в настольную игру, так что я пошла с ней.
Что-то там занято. Вот, здесь лисочки нашлись. Угу, ёжик вот. Ёжик. А как называется игра, ты покажи. Называется игра смешарики. В поисках сокровищ, насколько я помню. Да. Вот такая очень веселая игра. Всем советуем. Производитель Звезда. Мы вот так вот вечерами иногда садимся играть. Да, Василиса? Пап, ты крош. А что у тебя валяется? Зайчик на этом, на полу. И записка Деду Морозу или что там? Записка Деду Морозу. Я зайчик. Ну, понятно. Не прыгай там, тетя Лена спит. Я и зайчик уже. Да. Не бросай на пол, Василиса. Да. У ну нас что? Это, у нас с нами играет такой ежик, только... Только я с него не буду играть, ну ладно, вот он дома посидит. Так, я... Мам, размеши карточки нам, а я поснимаю. У тебя еще нет сокровища, что у тебя лопатка. И что, что у тебя лопатка? Один. У меня фонарик. Кажется, ты отойдешь, да, вот здесь. Давай, ходи дальше. Угу. Так, попробуем. У меня шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну-ка, есть у нас хоть один приз? Нет, у тебя лопатка, да? Угу. А просто лопатки нету, да? Если забрать вот это? Ну, надо же еще что-нибудь одно. Ну, да. Угу. Медь! Мама победила! Я победила, а я обиделась. Василиса не умеет проигрывать, все время обижается. Собирай потихонечку игру, только чтобы ты не... А вон ту штуку, смотри, Василис, положить. Смотрите, она там не грызет. О, боже мой. Она опять покушается на нашу елку. Она не кусает больше. Маруся. Ее даже не видно, она шарилась. А глазки видно? Маруся. Ты там? Ку-ку. Очередная игра. Нет, она легла там. Василиса говорит, она ее не грызет, она там лежит. В ёлке? Угу. Внизу, на полу? Угу. Да. Вот она. Пусть лежит, чтобы Василиса ее не трогала. Спряталась. Василиса занялась строительством какой-то кучи малы, все скинула. А что ты все скинула? Здесь я буду делать мою пазу. Погодки не надо скидывать. Я скидываю. Я просто хочу положить от твои вещи. Чтобы было удобно. Она убежала на пол. Все понятно. Игрушечки, книжечки цветом взяла. А что теперь на пол их кладешь? Чтобы было удобно. Она делать будет гнездо из подушек. У Маруси начинается веселое время. Это называется обучение ее чтению. В таком вот гнезде Василиса учит Марусю читать. Думаешь, она будет с тобой лежать? Она не хочет. Марусь, мы куда? Ну, ты ее бедную задергала, что ты с ней хочешь? Ложись. Там делаешь? Посмотрим Марусю на ногти. И что там у нее ногтями? Ногтями? Марусь, что у тебя с ногтями? Нету маникюра, да? Одно что-то есть. Опять отросли? Да, смотри, отросли и вдруг вот тыкнулось. И с другой лапки также. Да. Вот.
Ничего, надо подстричь опять? Mm. Да? Ну, давай подстригем. Что делаешь? Пишу свои имена на память. Mm-hmm. Красиво получается, молодец. Еще про копию не забуду. Выпросила новый набор. Это тебе не надо. Это тебе не надо. А не надо? Да. Покажи, какой ты набор выпросила. Вот такой. С елочками. А какой елочка? А ты какую хочешь елочку? Покажи. Покажи обложку-то, не показала ничего. А какой тебе понравилось? Вот эта елочка. Вот эту будешь вышивать, да? Угу. Ну, отлично. Вот схема. О, вот она. Угу. Сама елочка. Выворачиваю так. Иголочка есть у тебя? Иголочка, да, есть. Так, бисер положи, пожалуйста, внутрь, чтобы не потерять. И магнитик тоже. И вот ткань. Ой, и бусинка какая-то. Да. В пакетик все складывай. Угу. Все, весь набор должен лежать в пакетике у тебя. Лишний. Угу. Я сегодня открываю 15-й календарь. Посмотри, что мне там попадется. Дед Мороз. Это Дедушка Мороз. Это гномик. Гномик. Классно. Ням-нямка? Вкуснота. Давай одеваться и пошли. Василис, пошли, 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 все, идем. Итак, ребятки, у меня на кухне появился новый зверь. Это называется фритюрница. Я сейчас попробую делать картошку фри, не знаю, как будет получаться. Картошку я купила, ну, надеюсь, что получится. Сейчас почистим и будем пробовать, что это такое. Компания Select Line, куплена в Ашане. В этот раз была по огромной скидке за 500 рублей. Мне кажется, было кощунством не купить, но очень хочется попробовать. Девчоночки, ну вот так это выглядит. Ручка, кстати, не сильно горячая. Картоха! Хороший аттракцион. Между прочим, я, знаете, что еще подумала? А если в Икее, в Ашане я купила ее за 590 рублей, пусть с соргом это будет там 650, да? Ну, блин, 100 рублей стоит порция картошка фри в кафе. Так лучше дома ее пожарить. Очень здорово, мне нравится, я довольна покупкой на все 150%. Маруся тут сидит и всех террорит. Маруся, чего? А что ты хочешь? Нам расскажешь? Нет, зря. Картошка. Ну, это из настоящей, кстати, картошки. Ням-ням. Брянский настоящий снегопад. Слава богу, можно хоть ходить, а то не ходить невозможно было. По снегу хорошо. Украсили наш дворец, поставили сани. Дедок, это смотрите, снеёлки, снеговики, очень красиво, мне здесь нравится, фонарики, вон снеговики какие, Василис, видишь, круто, ух ты, иду за Василисой, не была на площади с этой стороны давно, поставили елку. Дети радуются. Классная погода. Не упасть бы. У меня сегодня у подруги и подруга упала сильно на этом гололеде, гололеду. И мама,
В общем, все поразбились. Ужас какой-то. Сейчас, конечно, хорошо. Снег идет, все засыпал. И можно нормально ходить. Игрушки, которые делают дети, кстати, сами. Большие. Ну, ладно, идем за Василисой. Привет! Круто на санках? Да. Это все растаяло, да? Ну, жалко, что дорога растаяла, но здесь так удобно. А, беги, так не попутай дорогу. Главное мне не упасть. Василиса довольна, мы идем на этот, на горку хочу чуть-чуть. Я думала, у нас маленькая горочка, она покатается чуть-чуть. Ой. Ага, король. Санки взяла, возьми, пошли. Король, королева. Пошли, пошли, пошли. У нас начался вечер. Я, как обычно, глажу. Смотрю карнавальную ночь. А у нас Василиса в идиле. На своем гнезде вышивает, опять сидит. Да, дочь? Вышиваешь? Елочку? Здорово. Я тут пока гладила, у меня такие мысли в голове. Завтра в ленте 40% скидка на всю технику. Поэтому я очень жалею, что я работаю. В принципе, есть кое-какие вещи, которыми можно было съездить. Я на сайте посмотрела, там неплохие скидки будут на технику. Там миксер мне, например, очень хочется, и будет за очень хорошую цену. Но я работаю, и мне не судьба попасть. И вы, если сегодня увидите, то можете завтра мотануть. Ой, в смысле мотануть сразу в ленту и что-то себе прикупить. День заканчивается, он был такой насыщенный, что вообще насыщеннее некуда. Всем спасибо за просмотр, всем счастливо, всем пока-пока. Увидимся в новых видео.